Итак, всех приветствую, мои дорогие подписчики. У нас очередное видео из серии 15 минут на мизматике. Как вы знаете, у нас вот такая вот коробочка с мелочью здесь осталось уже. В этой коробочке есть еще. В этой коробочке у нас осталось вот такое вот количество монеток. То есть сейчас, я думаю, мы их сегодня уже добьем. И вам расскажем, покажем, что же здесь интересного находится, если что-то находится интересного. Так, данные у нас, начинаем, 3 копейки, код 61, видно, такая вот затертая, состояние плохое, не будем скрывать. Так, это у нас тут 69 год, 3 копейки 69 года. Так, посмотрим по данной монетке, что она себя представляет. Так, у нас тут 3 копейки 69 года. 3 копейки 69 года. У меня ее в коллекции нет. Стоимостью 9 рублей. Состояние, конечно, такое, но я отложу ее. Возможно, ее реставрирую и будет у меня. Так, следующее у нас 3 копейки 82 года. Так, следующее у нас. Фильм был когда-то цинковый, германский, немецкий, фашистский, как там называть правильно. Так, здесь у нас один 1851 или 61 год. Вот такие вот они всегда убитые, в принципе, идут. Так, здесь у нас кто-то с монетки делал пуговичку. Так что, и вот так дальше у нас 15 копеек 62 года. Такая ценность не представляю. Так, 2 копейки этого года не видно. Так, следующий у нас 15 копеек 61 года. Вот так вот у нас сломанный этот 45-й год был. Интересно, интересно, что была монетка 45-го года. Сейчас я 20 копеек 45-го года. Копеек 45-го года стоило 100 рублей. То есть на наших сколько по курсу? 40 гривен. А так это кусочек обломка. Никому не нужно, как говорится. Так, 15 копеек 61-й. Так, 2 копейки, кого-то не видно кого года. Не знаю, что за монетка. Так, следующая у нас монетка, это у нас 1 копейка. Так, 1 копейка СССРовской, год нечитаемый, нужно чистить. Вот. 1 копейка 81 года. Так, и вот у нас здесь... тоже какая-то 1 копейка. Ну, это уже конец коробочки здесь, но в основном будут 1 копейки. Так, 3 копейки 61 года. Такая вот попытка чистить. Вот что у нас вышло. Так, СССРовских 88 год, 15 копеек. Кстати, видели, сколько мы не перебрали. А 80-х годов, в принципе, и нету. Все старше. Так, 73-й год. Я сейчас ее гляну, кстати. Возможно, я и смотрел, но я же говорю, что перебираю большое количество монет. Пользуюсь каталогом, чтобы не пропустить. Так, у меня она есть. Стоимость 10 рублей. Так что. Так, кто-то вот так вот уничтожил. Видите, такая вот монетка. Очень интересненькая. Состояние отличное. Два филлера, по-моему. 1909 год. Австрийские. Так, кто-то уничтожил. Просто сделал дырку посреди монет. Обидно, конечно. Ну, что ж поделать. Так. Дальше у нас тут какой-то. Так, 10 копеек. 51 год. Кстати, год видно. Сейчас мы ради интереса посмотрим. 10 копеек 51 года. Себя представляет. Так, 51 год, 51 год,
первый год, конечно, монеты, конечно, стоят, знаете, 250 рублей. 51 года, 10 копеек. Так что мы ее отложим. Пусть будет. Очень интересно. Так, тут у нас ходячка украинская, 90. Какой-то код, не видно, нечитаемая. 10 копеек. Ой. Вот так вот. Так, здесь у нас 2 копейки. Код не видно. Осталось очень много мелочи. Так, 70-й год, 3 копейки. Вот так вот. Что-то у нас выпало куда? Вот это да, у нас выпало. Это у нас СССР, 1 копейка, год не читаем. Побито, как говорится, время. Следующая наша монетка, это у нас вот что-то вот такая вот, наверное, баратинка. Это она вот такая вот полюбительная, как говорится, времени. Где она у нас там? А, вот она вот здесь. Так, дальше у нас опять вот такая вот баратинка. Тоже убитая временем. Так, 71 год, 1 копейка. Ну, тоже какая-то 1 копейка. Вот не видно. Так, это у нас тут тоже в хлам убитая монетка. Не видно даже какой год. Дело такое. Поменьше коробочку. Так, у нас имеется еще вот такая вот одна пуговичка. Это издевался. Так. Так, 92 год, 10 копеек. Такой вот интересный такой вот жирный такой вот. Нет? Интересно. Так, следующая монеточка. Это у нас 1 копейка 79 года. Сейчас ради интереса откроем. Посмотрим. То есть у нас 10 рублей, ничего интересного. Здесь у нас вот такая вот серебряная была монетка, походу. Вот тут вот у нас есть вот такой вот у нас герб. Затертая. Слез. Вы убитая. Лам. Так, у нас тут 5 копеек 82 года. 5 копеек 61 года. Так, дальше у нас 2 копейки 73 год. Мне не нужна, мне вот есть такая. Я помню, так, 1 копейка 70-го года. Вот состояние. Так, и у нас тут осталось много этих монет. Будем заканчивать на данный день видео. Так, у нас тут каких вот один пенни ганцовских, цинковый. Так, 72-го года 1 копейка. Это 88 год. Так, это у нас это польская монета, видно там трошки, это вот чуть-чуть видно, вон, видно чуть-чуть этот резерв. Так, 78 год, 15 копеек. Здесь 1 копейка 80 года, 3 копейки 70 года. Так, дальше у нас 3 копейки 61 года. Так, 1 копейка 85 год. Так что, жаль, осталось смахнуть вниз. 1 копейка 63 года. Еще мелкие монеточки. Так, это наш щитовик. 10 копеек, такой щитовичок. Мужик со щитом. Так, здесь у нас. Ой. Здесь у нас какая-то вот такая вот шайба обычная. Не знаю, что она такое. Не видно ничего на ней. Так, 1 копейка опять у нас. 70. Первый чешу год. 71 года. Так, у нас вот такая вот маленькая затертая медная монеточка. Да, было интересно, конечно, посмотреть, что на ней было изображено. Ничего не проявляется. Это вот таких вот царских времен
Так, это у нас 1 копейка. Тоже надо чистить, но у меня времени нету. Здесь у нас 1 копеечка в таком убитом состоянии. Так, 1 копейка 27 года. Сейчас мы ее посмотрим с вами, что она себе представляет. Редкая, нередкая. Состояние более-менее. Так, 1 копейка 27 год. 1 копейка 27 года, стоимость 350 рублей. У меня ее в коллекции нету. Так что я оставлю ее, почищу, и будет у меня в коллекции монетка. 1 копейка. Здесь убитая в хлам. Вот видите, побитое время. Уничтоженное, как говорится, время. Так, дальше у нас 2 копейки тоже затертый в хлам. Так, и дальше у нас 5 1 копейка. Нихер привидно. Вот и года. Так, здесь у нас 1 копейка, походу, опять же. Что-то она очень легкая, какие-то такой монетки. Ну, по размерам подходит, значит да. 1 копейка затертая. Так, здесь у нас затертый один, опять же, филлер. Так, что у нас тут дальше? У нас тут дальше опять 1 копеечка. Здесь 1 копейка 28 года, 88. 2 копейки какие-то там было. Так, мне интересует, это копейка 28 года. 2 копейки 28 года. 1 копейка 28 года. Есть она, стоимость у нее 200 рублей. Так что интересная вот такая вот монеточка. Можем. Так, здесь у нас опять же такие какая-то царская. Один тоже, один фидер какой-то там. Вот. Так. 10 копеек 61-го. Тоже 15 копеек 80-го года. Или добьем эту вашу коробочку нашу. Тоже 69-й, по-моему, 1 копейка. Так, никакой редкости представляет. Так. Ну, это тоже обращать внимание не будем. Какая-то убитая. Затертая тоже. А вот мужик, кстати, видно его здесь. Это у нас польский, нет, это вверх ногами. Вот так видно, вот там вот мужик. Вот, и здесь конь. Так, видно. КР-ка. Вот, польская. Так, это у нас 10 копеек было. Так, тут у нас 86 год, 15 копеек. 20 копеек, 55 год. Сейчас, кстати, посмотрим. Мне кажется, по памяти, если не ошибаюсь, год нередкий. Очень много их есть, 55 год. 20 копеек 55 года, 20 рублей. Как я и говорил, не сильно редкий. Такая вот средненькая монетка. Так, это у нас СССРовский. 1 копейка. И 1 копейка 78 год. Сейчас мы, кстати, посмотрим. 1 копейка 78 года. Что у нас с собой представляет? 1 копейка 78 года у меня в наличии есть. То есть стоимость 10 рублей. Так что. Так, опять же 1 копейка. 65-й, по-моему, год. Сейчас, кстати, сразу гляну. 65-го, по-моему, еще не было сегодня. 1 копейка 65-го года стоит 40 рублей. Сейчас я. Нет, это даже, друзья, 66-й год. Стоимости тоже. Но она у меня есть коллекция, она и стоит 50 рублей. Так, 69-й есть у меня. Так, и тут еще у меня немного осталось. 63-й год мы уже смотрели, 1 копейка. У меня она есть. Так что, никакого, как говорится, коллекционного значения. Так, это у нас вот такая вот интересная штукенция. Так, пуговичка с таким вот интересным гербом. Вот, кстати, не по центру выбит, но это пуговица, это значит наш. Так, отложим ее пока, еще это не монета. Так, 79-й год.
СССР. Так, дальше у нас тут 1 копейка 88. Так, вот такая вот у нас брапинка такая вот затертая. Туда ее. Так, 10 копеек ходячка 94 года. Так, 90 год 1 копейка. Это у нас убитый, я уже спешу. 28 год убитый. Довольно-таки редкий код, но монетка убитая в хлам. Так, опять же, 1 копейка. Какого-то года не видно. Так, 89-й 10 копеек. 70-го года 1 копейка. 73-го 1 копейка. Так, это у нас 62-й. Это 66-й 1 копейка. Серовских, так, ну и все. В принципе, здесь остальные такие вот затертые. 82-й 1 копейка и 77-й 1 копейка. И 65-е. Вот 65-го у меня нету, так что мы ее отложим. Отложу себе ее на чистку. Все остальное у меня уйдет по аукциону, так как мне не нужно, буду их продавать. Негде их хранить, так что, кому интересно было, ставим хорошие отзывы. Не забываем подписаться на каналчик, поставить, нажмякнуть на колокольчик, поставить лайк. Если кому-то не нравится, дизлайк не ставьте, пишите. Пишите комментариях, почему вам не нравится, а то дизлайк поставить любой может, а что с ним делать, вот это интересно, что вам именно не нравится, может скучный, может неинтересный, будем меняться. Всем пока, до новых встреч, не забываем заходить на канал, всем пока.